вторник, по прогнозам синоптиков, дожди прекратятся, но солнце по-прежнему будет спрятано за облаками. 24 июля в Сарове пасмурно. Утром плюс 16, днем воздух прогреется до 25 градусов тепла. Ночью плюс 19. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде облачно. Утром плюс 16, днем столбики термометров поднимутся до плюс 23, ночью плюс 17. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В столице дожди. Утром плюс 16, днем до 22 градусов тепла, ночью плюс 19. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.